всем привет! Спасибо тем, кто отправил на почту свои постройки. Сегодня я снова сделаю видео по некоторым из них. Ребята, большая просьба. Когда делаете запись ролика, обратите внимание на звук и на видео. Ваши ролики с плохим качеством звука я не могу выкладывать на канал. Большое спасибо всем тем, кто отправляет свои постройки в мой Discord сервер и на почту. Я их всех смотрю. И лучшие из них обязательно покажу на своем канале. Итак, начинаем. Привет, кто снимает видео, чтобы показать свою постройку, это прыгающая машина. Тоже здесь она, мы можем ее залезть, мы можем нажать на рычаг и включится сирена. И здесь мы можем на EQ, и она умеет прыгать. Вот. В ней встроен багажник, в котором есть оружие. Вот, оружие тут. Чужок, ты нажимаешь, он открывается, закрывается. Мы можем так подъехать к любому игроку, так попрыгать у него. Еще в чем ее прикол, это стекло такое, то что когда смотришь так, ничего не видно, а тут все видно. Это просто стекло и на нем золото, перекрашенное в черный цвет. И стекло на белом цвете. Вот, все сделано так изнутри. Такая вот машинка. Надеюсь, я попаду в ролик и все. Удачи, пока. Привет, уха, я решил сделать видео с постройкой вертолета, но не было микрофона, и я вот решил сделать голос типа текста на сайте. Убираем масло. И вот мы летим. Есть пушки еще. Всем удачи, всем пока. Привет, ух, я снова на твоем экране, и сегодня я покажу еще одну постройку, это танк, вот он, я его строил не по туториалу, я его построил сам, поэтому отключаю ему фиксирование, беру конфетку и запрыгиваю в него, опа, все, что он умеет, это ездить, что самое логичное, стрелять. Ну, я, наверное, чуть-чуть переборщил силой. Ой. Но еще он может летать, потому что он типа раскрутил дуло, но я это не смог сделать, я пробовал, у меня не получилось. Он может летать. Ой. Улетели. Ну, в принципе, это все, что умеет мой танчик. Да, постройки у меня, конечно, простые, но зато я над ними сильно старался, и у меня даже есть такие маленькие механизмы. Ладно, пока. Привет, Ухагейм, ты говорил, тебе на почту можно будет отправить постройку. Ну, я собрал вот такой вертолет, который летает без турбин, без шариков, и он должен пройти всю трассу очень быстро. Можно ускориться, можно замедлиться, а если нажать на F, можно полететь. Летать я далеко не буду, на нем тяжело летать, управлять, потому что он вот так вот трясется. Ну, я считаю это нормально, потому что механизм должен стоять под моим креслом, а он стоит в хвосте. Вот так вот летает. Сейчас я покажу механизм. Механизм выглядит вот так. Ты показывала, как этот механизм сделать в своем видео про мини-Делория. Ну вот, это весь мой обзор. Спасибо, что посмотрел. Пока.